отряд бойцов, рожденных бурей, их труд на диком берегу стал как собойском на буре. Росли заводом корпуса, был как завод в работе крепок, упрямо в наши паруса дул свежий ветер. Настал, страна брала свою жестоко, наш город тоже воевал, хотя и был в тылу глубоко. Полвека минуло пока, полвека доблести и славы. И все же, пройдя сквозь тайгу и пустыни, поверив в детей, как в себя самих, мы знаем, не кончится, не остынет и не ослабнет хотя бы на миг напористость плуга, дыхание завода, движение скальпеля и пера. Мы помним о том, что любое сегодня – всего лишь завтрашнее вчера. Эти строки, написанные Робертом Рождественским, очень точно характеризуют сегодняшний трудовой ритм Комсомольска, городу, которому скоро полвека. И своей причастностью к судьбе орденоносного города гордятся корабелы, труженики трижды орденоносного завода имени Ленинского комсомола. Не только свои трудовые достижения несут люди к золотому юбилею города и адресуют ему. Это и творческие успехи комсомольчан. Слесари, достройщики, фрезеровщики, лаборанты, гравировщики. Мне, в общем, очень трудно перечислить профессии тех людей, которые занимаются в коллективах художественной самодеятельности завода имени Ленинского комсомола. Наш концерт открыл вокально-инструментальный ансамбль «Бриз». Они исполнили песню самодеятельного композитора Владимира Лакеева на слова заводчанина Вячеслава Шкиркова «Полвека доблести и славы». Пел ее для вас автор Владимир Лакеев. В сегодняшней программе мы хотим не только показать вам выступления нескольких коллективов нашего дворца, но и рассказать немного о них. Поэтому первое слово руководителю вокально-инструментального ансамбля Игорю Геннадьевичу Лужбину. Несколько слов об ансамбле. Наш ансамбль существует уже 7 лет. За время существования за плечами у нас очень много песен исполнено. И вот самое запомнилось то, что мы вот ездили в город Новосибирск, где создался конкурс ансамблей политической песни, международный конкурс. Мы также, как все труженики города Комсомольска, готовимся к 50-летию. У нас есть песни местных авторов. Вот сейчас вы только услышали местного автора. И вторая песня, это Александра Павленко,
А слова Александра Пономаренко. Называется песня. Город Комсомольск на Амуре. Токари, инженеры, технологи, конструкторы приходят в художественную самодеятельность. И тут проявляют себя как певцы, композиторы. Некоторые становятся поэтами. Есть у нас во дворце такой очень интересный клуб любителей поэзии и прозы. Мне иногда не хочется называть его клуб любителей поэзии и прозы, потому что те, кто занимается в этом клубе, зачастую пишут очень крепко, профессионально. И в этом заслуга руководителя клуба, нашего комсомольского поэта Геннадия Ивановича Козлова. Его судьба также связана с заводом, потому что юность его прошла в цехах завода имени Ленинского комсомола. Там он познавал науку корабела. Прошло время, эта наука покорилась ему, а вместе с тем пришла и новая любовь – поэзия.
Это была уже любовь на всю жизнь. Сегодня Геннадий Иванович руководит городским литературным объединением, нашим клубом любителей поэзии и прозы, которые неразрывно связаны между собой. И его стихи и поэмы, но если можно это объединить в одну фразу, вот смысл его творчества, это рассказ беспокойного, неравнодушного человека, который любит свой край, который влюблен в людей, которые рядом с ним. Я прочитаю отрывок из поэмы «Мост», который воскрешает одну из героических историй жизни нашего города. Уже над Волгой колоколом неба грохочет над просторами гроза, а на Амуре так бело от снега, что белизна до слез лепит глаза, и тишина, ни гребни волн зеленых, ни крика птиц над рыбьим косяком. Стоит Амур по брови занесенный холодным, колким, северным снежком, и сопки, точно бурые медведи, горбатясь над чертой береговой, уснули до весны под вой метелей, уткнувшись в лед тяжелой головой. Но издали еще, вглядевшись строго, увидишь у черты береговой ту самую железную дорогу, что мы зовем ледянкой меж собой. Ее мы тянем, подбивая лаги, едва морозы справятся с рекой, а на Амур, как белый лист бумаги, пересекает ровною строкой ледовая стальная переправа, и средь зимы, будя гудками рань, по ней идут груженные составы на тот скалистый берег напевань, и отдаваясь звонко на просторе, дробясь и умножаясь без конца, поют колеса к морю, к морю, к морю, и песней этой трогают сердца. Я помню день, не ладилась работа, а поезд приближался, не свернуть, и мы спустились в ледяную воду и вагами поддерживали путь, и паровоз, дыша нам жаром в лица, пошел, пошел, как будто по плечам, и замирало сердце, и как птица о чем-то ветер яростно кричал, и я забыл о том, что коченею, в минуты эти думал об одном, что сам я стал ледянкою моею и времени связующим мостом. Опомнится, не каждый в прошлом верил, что может здесь громадина состав груз пронести на тот Пиванский берег, вот так, по льду, без всякого моста. А он пошел, пошел без остановки, и кто-то у прорабского двора палил из сторожихиной винтовки, перекрывая громкое ура. Бежали люди вслед вагона с копом так радостно, как будто сквозь туман, и впрямь среди ошеломленных сопок открылся им нежданно океан. А паровозик, скорость набирая, шел, опираясь на амурский лед, а сам гудел, гудел, не умолкая. Живет ледянка, слышите, живет! Своя она, у каждого дорога, своя. И, может, тем и счастлив я, что ни заботой строгой, ни тревогой не обошла меня судьба моя. Дыханье бама, как дыханье века, и вновь огни высоко над тайгой, и та же в нас любовь, надежда, вера, и тот же в лица ветер молодой, и мост неудержимо и высоко над временностью прочих переправ взметнулся новой трассой выше сопок, взяв на себя грохочущий состав. И где-то впереди тот город главный, что вызван к жизни временем твоим. Тут быть нельзя ни маленьким, ни слабым, а быть всегда и сильным, и большим. В следующем в нашей программе будет выступление коллектива, который характеризует, на мой взгляд, прежде всего, обширная концертная деятельность, вы знаете, такая активность, жизнелюбие, которое проявляется во всем их творчестве. Это коллектив, который вот уже 12 лет подтверждает звание «Народный». Коллектив хора ветеранов труда завода имени Ленинского комсомола.
Когда я разговаривала с участницами этого хора и спрашивала им, как это им удается, ведь все-таки это не так просто держать высокое звание народного коллектива, то ответ был один. Это все наш Саша. Но для вас мне надо это расшифровать. Саша – это Александр Николаевич Прокопович, который руководит этим хором с 1970 года. Александр Николаевич, о хоре, я понимаю, можно говорить очень много. Давайте в сегодняшней передаче расскажите немного о старейших его участницах. Ну, прежде чем сказать о нашем хоре, я хотел бы назвать ряд имен, без которых, ну, просто немыслим наш хор. Это прежде всего ветераны среди ветеранов нашего хора. Это Евдокия Федоровна Гудкова, староста нашего года, можно сказать, бессменный наш староста, да. Это наша мама, если можно сказать, для нашего возраста. Кроме Евдокии Федоровны, да, в общем-то, всех можно перечислить, и не ошибешься, заслуга всего хора от каждого члена хора. Ну, конечно, надо отметить в первую очередь таких людей, как Эдли Моисеевна Коган, Мария Федоровна Кользина, Надежда Владимировна Савинская. Ну, сами понимаете, если я буду перечислять всех, то это займет очень много времени. Я только лишь хочу добавить, что мы с каждым годом пополняемся и рады каждому новому человеку. Вот нынче к нам прибыли, пополнили наш хор такие интересные певцы, как Екатерина Антоновна Дурова, Евдокия Федоровна Лоскутникова. И мы надеемся, что это не последнее пополнение, и хор у нас будет жить и в дальнейшем радовать своих слушателей. Мы всегда работаем под девизом «Проснись и пой, разбуди нас в 12 часов ночи, и наши участники будут петь». Как поют, вы можете послушать сами. Ну вот насчет того, что если разбудить 12 часов ночи, и участники хора будут петь, это точно. В этом я, в общем-то, могла уже убедиться. Хор выступает во дворцах и клубах, школах, агитплощадках. Вот недавно мы с ними ездили к животноводам Комсомольского района. Выступали они у нас и на городском смотре, где дворец, кстати, коллективы художественной самодеятельности дворца, стали победителем. И надо сказать, что немалую лепту в эту победу внесла женская группа хора ветеранов. Как только они появились на сцене, мы все очень заволновались, потому что зал встретил их овацией. Они не спели еще ни одной ноты. И я полностью разделяю уверенность Александра Николаевича в том, что у хора большое будущее. И песни, которые они сегодня вам исполнят, их репертуар вообще-то очень разнообразен. Это песни о родине, песни лирические, песни республик Советского Союза. Ну, в общем, репертуар очень разнообразный. И не делается никакой скидки на возраст. А вот эта песня, которую они поют, «Ровесник 30-х годов», это, в общем-то, песня в своем роде даже символ хора. 30-х годов. Это, в общем-то, песня в своем роде даже символ хора.